отличается школа изначально продуманной, задуманной архитектурой. Она нестандартная, крайне нестандартная. Много света, много стекла, много открытых пространств, много локаций, которые очень мобильные, могут быстро менять свой облик под те задачи, которые решаются. Ну и, конечно, комфорт, безопасность, комфортная мебель, безопасные условия, мягкие панели на стенах. Ну, в общем и целом, это концепция умной школы, которая нам перешла от застройщика. И сейчас мы активно ее осваиваем и понимаем, переосмысливаем, как все это встроить в образовательный процесс. Поскольку, как только что мы обсуждали, красивые стены – это хорошо, но нужно правильное содержание.